Спасибо всем, что сегодня присоединились. Большой день, большое событие. Очень рад быть ведущим этого мероприятия. Пара слов обо мне. Меня зовут Станислав. Я недавно присоединился к компании ironSource, где я занимаюсь развитием рынка России СНГ по user acquisition и по монетизации. Это первое в этом году онлайн-мероприятие, которое мы проводим. Оно посвящено конкретно монетизации. Мы будем говорить про рекламную монетизацию. У нас сегодня прекрасные гости, про которых я сейчас вкратце расскажу. И без каких-то долгих интро, в принципе, мы сейчас приступим. Пара слов про гостей и пара слов про формат мероприятия. Сегодня у нас будет спикер из ironSource, Мири. Она расскажет про бидинг, про что мы делаем в ironSource и как мы работаем с паблишерами. После этого будет Полина, которая работает в компании Mail.ru. Она занимается развитием бизнеса в рекламной платформе и рекламной сети MyTarget. И после этого у нас будет где-то получасовая панель с нашими паблишерами. Ольгой из компании ZeptoLab и Таней из компании Green Panda. После этого будет небольшой Q&A, где мы ответим на вопросы. Поэтому вы можете писать вопросы в чатик, в конце мы ответим. Вот. В конце, наверное, скажу, что очень рад и хотел бы сказать спасибо за ваше внимание и участие, что вы присоединились к нам. За последний год стало огромное количество онлайн-мероприятий различной степени пользы. Мы надеемся, что наше сегодняшнее мероприятие будет для вас полезным, и вы что-то подчеркнете. Давайте, наверное, переходить к гостям. Мири, привет. Привет, привет, Стас. Как дела? Отлично. Как дела в Израиле? Ничего. У нас лето. Здорово. А у вас как? У нас тоже сегодня солнце, лето. Здорово. Почти что. Расскажи, пожалуйста, пару слов о себе и давай начинать твоего выступления. Давай, с удовольствием. Всем привет. Очень рада участвовать в сегодняшнем мероприятии. Меня зовут Мири, я Strategic Partnership Manager в ironSource, в компании уже почти 4 года. И я часть команды Unified, которая занимается стратегией маркетинга и монетизацией гиперказуальных игр, разработчиков, паблишеров. И сегодня буду очень рада поделиться с вами нашим продуктом бидинга, рассказать чуть-чуть про его оптимизацию, как с ним работать и как он может помочь нашим сегодняшним участникам и любым разработчикам игр, которые монетизируют свою игру. Давайте я с вами пошарю экран. Секунду. Все видно, да? Супер. Итак, как увеличить доход с помощью бидинга? Как он может вам помочь и как с ним работать? Давайте ознакомимся нескольких, так вкратце, с ironSource. Тот, кто не знает нас, мы в индустрии уже более 10 лет. С большим опытом работаем с всеми ведущими паблишерами и адвертайзерами на гейминг-рынке. Мы глобальная компания с офисами по всему миру. В Азии, headquarter у нас в Тель-Авиве, в США. И очень будем рады, конечно, любым вопросам в конце моей сессии и на панели Q&A. Итак, как ironSource эффективно закрывает цикл роста, монетизации и маркетинга? Что вообще такое цикл роста? Мы в ironSource определяем цикл роста как процесс, который проходит любой разработчик игр, маленький или более со скейлом, который начинает закупать юзеров и их монетизировать. То есть это такой цикл роста, который вы, как разработчик или паблишер игр, должны все время за ним следить, и цель должна быть его растить. Okay? Что значит цикл роста? То есть когда у вас уже готовая игра на рынок, вы начинаете первый шаг, то есть закупку юзеров. Одновременно, конечно, у вас присоединяется и органика, как только вы начинаете тратить бюджеты на user acquisition. Следующий шаг, конечно же, монетизация, реклама или инап-закупки, зависимо от вашей стратегии, которую изначально, конечно, вы ее уже решаете. Третий шаг – анализы, оптимизация монетизации, то есть вы анализируете те метрики, которые вот с первых, да, шагов вы уже получили, какой у вас максимальный LTV. И четвертый шаг, который мы определяем как анализы, оптимизация маркетинга, то есть как вы продолжаете этот цикл дальше, как вы будете делать ваш ретаргетинг, какая может быть у вас максимальная прибыль, насколько вы можете
эффективно закупить юзеров и получить за них максимальный LTV. И этот цикл должен быть эффективно закрываться и расти. И поэтому с помощью бидинга и с помощью нашей медиации, нашего продукта бидинга, вы можете эффективно это делать и таким образом увеличить вашу прибыль, ваш доход. Давайте начнем, вернемся чуть-чуть несколько шагов назад, как вообще все начиналось. Да? То есть эволюция рекламной монетизации, как она оптимизировалась и как это все, как мы пришли, да, до сегодня, дошли до сегодняшнего дня. Итак, тут вы можете увидеть в синем доход и ручная настройка. Понятно, что ручная настройка с точки зрения оптимизации – это очень важный процесс любого monetization менеджера и разработчика, который занимается монетизацией. И все начиналось давным-давно с одного плейсмента. Все было очень просто. Одна сетка, которая монетизировала водопад. Потом присоединились несколько, да, разных каналов, разных сеток, которые монетизировали, разные источники, которые монетизируют вашу игру. То есть, грубо говоря, AdMob, Unity, IronSource, еще несколько каналов. Следующий этап, и мы продвигаемся дальше, да, с точки зрения ручной настройки, у вас больше оптимизации, больше работы, и доход, конечно, увеличивается, потому что больше конкуренции. Следующий этап был разные deals, то есть сделки, которые, например, первой позиции в водопаде, то есть где стоит сетка, сколько у нее шансов, да, на монетизацию, и очень часто многие паблишеры просто создавали такие сделки, например, на первой позиции в водопаде, давая им какой-то приоритет относительно остальным водопадам. И последний шаг, к которому мы пришли перед бидингом, это multiple instances. То есть у нас несколько плейсментов. Ручная настройка, конечно, становится намного более тяжелой. Да? То есть мы должны оптимизировать не только одну сетку или несколько сеток, но у каждой сетки есть несколько плейсментов в водопаде, потому что каждый показ рекламы в игре, он монетизируется разными плейсментами. И поэтому тут очень много ручной настройки, много оптимизации. И таким образом мы пришли к сегодняшнему результату бидинга. То есть автоматизация, полная автоматизация процесса, где у вас доход идет вверх, то есть у вас конкуренция дает самый лучший, всегда дает шанс самому лучшему каналу поставить самую высшую ставку на показ, а с точки зрения настройки все абсолютно автоматизировано. То есть вы просто включаете бидинг-сетку, бидинг-канал, и он все делает на своей же стороне. Итак, как это работает? То есть мы поняли, откуда все пришло и как мы пришли к сегодняшнему моменту. Как это работает? Обратите внимание на следующий слайд. Тут вы можете увидеть, как наш продукт бидинга Level Play работает с гибридной моделью. Мы еще обсудим, что именно значит гибридная модель. Справа вы можете увидеть обычный ручной, то есть водопад, manual, такой waterfall, где у вас стоят несколько источников для монетизации. Выставляете вручную тот ECPM, который вы хотите дать каждому плейсменту, 11 ECPM, $11 ECPM, 10, 8, 4 и так далее. И у вас они стоят в водопаде, вы их настраиваете. Одновременно, когда вы включаете бидинг, то есть когда есть у вас пользователь, который, например, хочет посмотреть ARVI, идет запрос на рекламу, да, в игре. Когда идет запрос на рекламу, у нас начинается аукцион бидинга, то есть разные сетки, которые выставляют свою ставку, как в настоящем аукционе. И каждая сетка дает свою ставку. Да, тут вы можете увидеть три источника бидинг-каналов. $5, $6 и $16. То есть в такой ситуации понятно, что самый высокий price point, самая высокая ставка выигрывает. То есть в этом случае $16 выигрывает. И как она себя выставляет в обычном вашем водопаде, она идет снизу вверх. То есть $16 начинает идти, то есть с $1 вверх. Таким образом, вы можете увидеть, что она выставляет себя на правильной позиции. То есть по тому, как у вас настроен ваш ручной обычный водопад, бидинг себя выставляет на верном месте с точки зрения его ECPM, той ставки, которую этот канал дал. И таким образом у вас с одной стороны продолжается, да, оптимизация обычного водопада, и одновременно у вас всегда есть, вы удостоверяетесь, что у вас всегда самый правильный price point,
будет показан на самый верный показ. То есть, когда у вас есть запрос, одновременно идет и бидинг, и ручная оптимизация. Гибридная модель, которую вы сейчас увидели, как она вообще выглядит, как она работает. В этом слайде вы можете увидеть пример гибридной модели на нашей медиации. Тут у нас стоит AdUnit Rewarded Video в Германии. Вы можете увидеть, что в этом конкретном водопаде у нас есть бидинг. Мы всегда советуем использовать как можно больше бидинг-сеток, потому что чем больше конкуренции, так как самая высокая ставка, она и выигрышная, то чем больше конкуренции, тем больше дохода для вас как паблишер, как разработчик игр. И тут вы можете увидеть несколько бидинг-сеток, их CPM, сколько показов они генерировали, с каким ревеню и какой у каждой сетки share of voice. На нашей медиации еще есть очень много репортинга с точки зрения самого бидинга, то есть более внутренние метрики win rate, fail rate и так далее. Вы все это можете увидеть на нашей медиации. И снизу у вас есть ваш ручной водопад. У нас есть tier 1 группа. Там, где вы можете, если у вас есть какая-то сделка с конкретной сеткой, можете поставить ее в группу Tier 1. Tier 2 – это ваш основной водопад, который вы, это главный тир, там, где вы выставляете все ваши обычные плейсменты всех сеток. Очень важно использовать sort by CPM, то есть вы удостоверяетесь, когда вы ставите sort by CPM, что водопад всегда будет оптимизирован по тому CPM, который он генерирует, который вы выставили изначально. Итак, мы увидели, откуда вообще пришел бидинг, как он выглядит, как он работает у нас на медиации, как же стоит его использовать, какие лучшие практики для этого гибридного водопада и как с ним работать. Во-первых, используйте все возможные бидинг-сетки. Как уже упомянулось, чем больше конкуренции, тем лучше для вас как паблишер. Высшая ставка всегда выиграет, и всегда каждый показ будет монетизирован с правильным прайс-поинтом. Следующее – удалите плейсменты с низкими показателями. Когда мы работаем с гибридной моделью, очень важно, чтобы вручную, то есть те сетки, которые еще не перешли на бидинг, систему, чтобы они были оптимизированы правильно. То есть если, например, у вас есть несколько плейсментов, у которых по 20 показов в день или совсем мало показов, то и CPM, который этот плейсмент будет показывать, он будет не совсем правильным. И тогда это мешает бидингу выставить свою ставку в правильном месте. То есть если, например, у вас есть плейсмент $80 и CPM, который генерирует меньше, чем 1000, например, показов в день, да, это такой бенчмарк, стандарт индустрии, то это будет очень сильно мешать бидинг-процессу и общей оптимизации вашей игры. Поэтому удаляйте плейсменты с низкими показателями. Если вы не уверены, что значит низкие показатели, всегда мы вам поможем, ваш аккаунт-менеджер или наш суппорт. Используйте водопады sort by CPM, избегая manual модель. Так как я показала выше, всегда использовать sort by CPM, чтобы водопад был правильно оптимизирован по CPM. Четвертый point – используйте rates для новых небидинговых плейсментов. Как вы увидели выше, секунду, у вас есть опция в водопаде выставить, то есть тот flat CPM, который вы изначально хотели, и есть опция на rate. Для чего этот рейт нужен? То есть мы разработали эту систему для того, чтобы, когда у вас есть новые плейсменты, которые еще не обучились, которые еще не получили достаточное количество показов, вы можете выставить тот рейт, который вы поставили изначально на этом канале, и тогда это помогает этому плейсменту обучиться на правильном месте в водопаде, то есть чтобы не было никаких ошибок в этом смысле. И, наконец, очень важный point – все, что я говорю, тестируйте. То есть всегда тестируйте, делайте A-B-тест. У нас на медиации прекрасный продукт A-B-тест. Очень просто его использовать. У нас есть разные цели для A-B-теста, да? То есть можете использовать его для разных целей. Но для бидинга это особо важно. Проверяйте 50 на 50, делите ваших юзеров, смотрите, как ведет себя водопад с бидингом и как он ведет себя без бидинга. Или, например, с конкретными бидинг-каналами относительно других бидинг-каналов.
вы можете очень удобно это все посмотреть у нас на платформе с помощью A/B-теста. С какими каналами мы работаем? Тут вы можете увидеть все активные бидинг-каналы, топ-10 ведущих сеток в игровой индустрии. У нас еще есть несколько в бета-тесте. Понятно, что Facebook, IronSource, AdColony, TapJoy и наш кросс-промоушен продукт уже live. Кросс-промоушен очень подходит тем юзерам, тем паблишерам, у которых есть очень большое портфолио игр, и где вы можете просто закупать трафик у ваших игр за более низкую цену, таким образом повышая вашу маржинальность и прибыль. И снизу вы можете увидеть TikTok, Vangel, MyTarget, который сегодня с нами тут находится, наши коллеги, Smato, InMobi, все находятся у нас сейчас в бета-тесте и скоро уже будут с нами live. И еще 4 новых бидинг-сеток на подходе. Coming soon, поэтому есть чего ожидать. Как начать работу с бидингом? Все достаточно просто. Мы тут распределили на две части. Есть паблишеры, у которых уже существующие игры с существующими водопадами, и новые паблишеры на IronSource. С существующими водопадами первый шаг — настроить бидинг сетки. Опять же, чем больше, тем лучше. Чем больше конкуренции, тем лучше для вас. Второй шаг — всегда проводите A/B-тест для бидинга, чтобы увидеть его эффект. Третий шаг — всегда измеряйте влияние на ARPDAU. Это главная метрика, которая вам покажет, насколько эффективен ваша стратегия монетизации с бидингом. И четвертый шаг — вы можете расширить свой портфолио. То есть с помощью бидинга вы можете повысить ваш общий ARPDAU, LTV, и таким образом закрыть тот цикл, о котором мы с вами говорили изначально. Новые паблишеры на IronSource — достаточно просто. Первый шаг — регистрация на нашей платформе. Свяжитесь с командой поддержки для включения бидинга. Если есть какие-то нетворки, которые в бета-тесте, которые для вас еще не открыты. И начните вашу монетизацию с гибридной модели, которую мы вам сегодня показали, с первого же дня. И закончим с кейсом, одним из самых больших глобальных паблишеров на сегодняшней гейминг-индустрии Amanauts, и как они увеличили доход с помощью бидинга. Тут вы можете увидеть одну из их игр Dancing Road, Colorball Run, и тут вы можете увидеть, насколько бидинг повлиял на их общий перформанс. В красном, розовом вы можете увидеть группу с бидингом, синий это группа без бидинга, и во время теста мы явно с самого начала увидели сильный подъем в ARPDAU. То есть в общей сложности ARPDAU у этой игры поднялся на 14%. И таким образом они увеличили свой доход с бидингом. Большое спасибо. Буду рада любым вопросам и жду следующих наших коллег с нетерпением. Спасибо, Мире. Это было очень здорово. И очень увлекательно и недолго. И емко, и компактно, и вообще классно. Было здорово, спасибо тебе большое. Мне очень понравился слайд с небольшой эволюцией того, как развивалась монетизация, как мы перешли от допотопных сетапов из 1-2 сетки к текущей автоматизации и с биддингом. Это вот действительно будущее, которое уже здесь. Здорово. Давайте перейдем к следующему участнику, Полина. Привет, Полина. Привет, Стас. Как дела в Москве? Все отлично, я думаю. Наконец-то у нас сегодня светит солнце. Так, ну что, давай я представлю. Да. Да? Всем привет, спасибо всем, кто пришел сегодня. Меня зовут Полина, я работаю в рекламной сетке MyTarget уже 2 года. Я отвечаю за развитие рекламной сетки в целом и в том числе за отношения с нашими партнерами, то есть паблишерами и разработчиками мобильных игр. Сегодня я расскажу вам про MyTarget, что это за сетка, в чем наши преимущества заключаются и зачем мы нужны вам как лидер на платформе IronSource. Так, сейчас я пошарю свой экран. Давайте проверим, что все работает хорошо. Так, видно ли вы сейчас? Отлично. Тогда начнем. Итак, сначала я расскажу про Mail.ru Group. Это компания, которой принадлежит MyTarget. За более чем 20 лет на рынке Mail.ru получилось вырасти до IT-компании номер 1 по количеству дневной аудитории.
Я думаю, что многим известно, что Mail.ru владеет крупнейшими сервисами в России различной направленности, и по последним данным, сервисами Mail.ru сейчас пользуются около 95% пользователей Рунета. Помимо этого, по данным Апэня, сегодня Mail.ru является мобильным паблишером номер один в России. И в совокупности по нашим проектам, которые есть у нас, количество уникальных мобильных юзеров в месяц составляет более 50 миллионов. Итак, социальные сетки. Одним из наших главных преимуществ, в том числе с точки зрения рекламного бизнеса, является владение двумя самыми крупными соцсетками в России. Это ВКонтакте и Одноклассники. По данным Mediascope, 60% пользователей Рунета пользуются ВКонтакте, почти 40% пользователей Рунета пользуются Одноклассниками, и это все в сравнении с 30% пользователей, которые пользуются всемирно известной сеткой Facebook. О том, какие преимущества это дает MyTarget, я расскажу чуть-чуть попозже. Итак, про MyTarget. Что же такое MyTarget? MyTarget — это рекламная сетка, которая была создана рекламным паблишером для паблишеров. Немножко цифр. Во-первых, по самым свежим данным Апэня, MyTarget входит в список топ-20 глобальных мобильных рекламных сетей и на платформе iOS, и на платформе Android. За все время существования MyTarget более 12 тысяч приложений интегрировали наш SDK и монетизировали трафик с помощью нашей рекламы. Несмотря на то, что MyTarget родом из России, мы постоянно работаем, и нам доверяют свой трафик паблишеры и разработчики мобильных приложений со всего мира. Например, такие известные студии, как Outfit 7, создатели всем известного говорящего кота Тома и его друзей. Это Fuga Games, это различные гиперказуальные разработчики, например, Quali, Gizmart, Azure Games. Всемирно известный ZeptoLab, который сегодня тоже выступит на нашем вебинаре. Привет, Оля. Это Майтона, Zimat, которые, возможно, сегодня нас слушают. Привет, ребята. Это ребята из EasyBrain и прочих компаний. Также хочется подчеркнуть, что мы в целом работаем не только с разработчиками мобильных игр, но и с разработчиками приложений утилит, с различными мессенджерами, например, Viber, или с различными социальными сетями, например, лайки от известной китайской компании Vigo, и монетизируем даже трафик мобильных вендоров. Благодаря такому обширному списку партнеров, с которыми мы работаем на постоянной основе, сегодня мы показываем рекламу примерно 10 миллиардов раз в месяц. По нашим внутренним данным, сегодня количество уникальных активных юзеров MyTarget в день составляет больше 130 миллионов. И в прошлом году, по данным этой же Апэня, суммарное количество установок приложений, которые пользуются MyTarget, в которых стоит MyTarget SDK, составило больше 8 миллиардов. Итак, про рекламодателей. Какую же рекламу мы показываем в приложениях и чем мы, собственно, хороши? Хочется подчеркнуть, что в отличие от многих известных рекламных сетей, которые работают глобально, популярных среди разработчиков мобильных приложений, MyTarget работает со всеми рекламными форматами, и мы показываем не только перформанс-рекламу, но и рекламные кампании различных брендов. Мы работаем как со всемирно известными рекламными агентствами и брендами, так и с локальными, крупными и не очень рекламодателями. Основные категории рекламы в MyTarget — это бренды, это FMCG-рекламодатели, это различные e-commerce проекты, например, мы показываем рекламу AliExpress, Joom, Ozon, Яндекс.Маркет. Это, конечно же, финансы, например, Тинькофф Инвестиции, какие-то финансовые продукты или рекламу крупных банков. Это различные автодилеры, это различные социальные сервисы, например, всем известный Ситимобил, Delivery Club, TikTok, BlaBlaCar, Aviasales, Yula. И, конечно же, это перформанс-рекламодатели, то есть те самые разработчики мобильных игр. Соответственно, на площадках TIP показываются абсолютно разные рекламные кампании с разными целями, такие как просмотр, клик, установка, действие в приложении и прочее. При этом очень важно подчеркнуть, что все рекламные кампании в MyTarget проходят довольно строгий процесс модерации в соответствии со всеми законами, и некачественную рекламу в свою сеть мы очень стараемся не пропускать. Итак, зачем же... Вам нужен MyTarget. Пришло время ответить на вопрос, который мы, собственно, заявили в повестке вебинара, почему вам нужен MyTarget в качестве бидера в Level Play. Как вы, наверное, помните, пару слайдов назад я говорила о том, что Mail.ru принадлежит две самые крупные соцсети в России и множество других проектов.
Собственно, благодаря этому мы очень хорошо знаем Рунет и его пользователей. Мы знаем, чем они интересуются, мы знаем, что они смотрят, мы знаем, что они читают, с какими типами рекламы они взаимодействуют и какой, с какой тематикой рекламы они взаимодействуют более активно. Плюс из названия MyTarget можно также догадаться, что мы специализируемся на таргетированной рекламе, и нашим рекламодателям доступна довольно узкая настройка таргетинга для рекламных кампаний. Соответственно, на основе всех тех обогащенных данных, которыми мы владеем на сегодняшний день, мы умеем подбирать максимально релевантную рекламу для ваших пользователей, и это позволяет нашим паблишерам сделать user experience наиболее благоприятным, ну и, соответственно, показ рекламы менее назойливым и раздражающим. У нас очень конкурентоспособный CPM, у нас отличная заполняемость, и особенно, конечно, в инап-биддинге, где, не имея никаких пороговых ставок, мы распознаем практически 100% пользователей. Ну и, конечно же, нельзя не отметить, что за год работы у нас собралась отличная команда аккаунт-менеджеров, которые всегда готовы оперативно ответить на ваши вопросы, помочь с интеграцией, регистрацией, оптимизацией, настроек и, конечно же, подскажут по лучшим практикам для увеличения дохода. Про форматы. В общем и целом, в нашей сетке доступны все популярные рекламные форматы. Это и баннеры, и фуллскрины, в которых мы показываем не только статичную рекламу, но и видео, и карусели. Это нативная реклама, в которой мы тоже показываем статику, видео и карусели. И, конечно же, большой популярностью в MyTarget пользуется формат Rewarded Video. Что касается Iron Source. На данный момент в Iron Source доступны два формата рекламы от MyTarget. Это видео за вознаграждение, тот самый Rewarded Video, и полная экранная реклама, фуллскрины. Собственно, одни из самых актуальных форматов для разработчиков игр. Зачем же вам тогда вообще нужен биддинг? Об этом много говорила Мири, и я, пожалуй, подкреплю ее тезисы. Начну издалека. Интеграцию с Iron Source в InnoBidding мы затеяли еще в прошлом году. Мы в MyTarget затеяли еще в прошлом году. В целом, мне кажется, что ни для кого не секрет, что InnoBidding — это главный тренд в рекламной монетизации мобильного трафика, и на то есть много причин. Для нас интеграция с Iron Source в InnoBidding была и остается одним из очень приоритетных направлений с точки зрения развития рекламной сети как бизнеса. Во-первых, потому что это глобальный тренд. То есть, несмотря на то, что еще не все сетки поддержали технологию InnoBidding'а, все стремятся именно к этому. Возможно, вы слышали, что самые крупные игроки рынка потихонечку объявляют о том, что они отказываются от водопадов и становятся bidding-only сетями. Поэтому игроки поменьше, которые еще не поддержали или находятся в процессе, думаю, тоже в скором времени присоединятся к этому тренду. Потому что очевидно, что InnoBidding способен решить множество проблем разработчика или менеджера по монетизации, в зависимости от того, кто в вашей компании занимается монетизацией трафика. Во-первых, благодаря биддингу вы уже сейчас можете существенно, очень существенно сократить временные затраты на настройку водопадов первичную. То есть вам не нужно будет больше заводить множество рекламных плейсментов для каждой сетки, которая интегрирована в ваше приложение. Во-вторых, оптимизация. Я думаю, что всем менеджерам по монетизации известно, и это большая боль всех менеджеров по монетизации, в том, что водопад требует постоянной оптимизации. Нужно постоянно мониторить перформанс, нужно постоянно мониторить перформанс каждой сетки. И на то есть очень много причин. Например, всем известно понятие сезонности. То есть традиционно каждый конец года мы видим сумасшедший взрыв заполняемости, сумасшедший рост CPM, и показатели жутко падают в начале каждого года. Помимо прочего, всплески и падение объемов трафика можно наблюдать и в приложении в зависимости от их специфики. Часто настройка водопада требуется в том числе в связи с закупкой нового трафика в приложении. Ну и, конечно же, невозможно избежать каких-то технических проблем в сетях, с которыми вы работаете. В любой момент у кого-то что-то может сломаться, что-то отвалиться, сетка может перестать отвечать на ваши запросы. И что делать, если эта сетка стоит в топе водопада и призвана покупать у вас рекламу по максимальной цене? Вы теряете деньги. Ввиду всех этих факторов нужно постоянно следить за сетями, нужно по возможности заблаговременно готовиться там, к росту деманда, к спаду деманда, нужно постоянно перестраивать водопады, занижать, завышать пороговые ставки, нужно менять местами постоянно позиции сеток, нужно постоянно мониторить перформанс, проводить различные тесты, фиксировать результаты, пытаться эти цифры как-то с чем-то связать. Это требует очень много времени, очень много внимания, очень много ресурсов. И InnoBidding эту проблему может решить
практически полностью. Плюс важно также отметить, что in-app bidding дополнительно стимулирует конкуренцию между участниками аукциона, соревнование между сетками ужесточается, при этом условия покупки трафика остаются одинаковыми для каждой сетки. И благодаря этому вы можете быть уверены в том, что вы продадите показ в своем приложении за максимально возможную ставку. Итого, зачем вам нужен бидинг? Это сократит ваше время на оптимизацию, это потенциально увеличит CPM, и это, конечно же, повысит прозрачность продажи вашего рекламного инвентаря. Итак, сейчас немного расскажу про кейсы, которые у нас уже есть. Мы появились в бидинге IronSource в декабре 2020 года, и с того момента около 20 различных паблишеров поучаствовали в тесте, и некоторые из них уже готовы поделиться цифрами, которые они увидели после работы с IronSource и MyTarget. Итак, первый кейс. Первый кейс – это кейс нашего партнера BadSnowball. BadSnowball – это довольно известный паблишер из Китая. Это автор таких хитовых музыкальных приложений, как Dot & Beat, Sonic Cat, Smash Colors 3D и Beat Shooter. На сегодняшний день их приложения скачали более 100 миллионов раз. С BadSnowball мы сотрудничаем сразу по двум направлениям. Это User Acquisition и рекламная монетизация. Нам удалось запустить тест в двух их крупных аппах Smash Colors 3D и BitShooter. По результатам теста CPM в России вырос на 21%, а общий ARPDAU на 24%. И сегодня доля MyTarget по доходу от рекламной монетизации в приложениях, о которых мы говорили, составляет 23%. Коллеги из BadSnowball остались очень довольны результатами теста, ну и плюс помимо измеримых цифр в результатах, они также отметили, что переход на бидинг позволил им значительно сократить время, которое им раньше требовалось тратить на оптимизацию рекламных сетей. Второй кейс предоставили нам наши партнеры из Минска, компания Red Tower. Возможно, они сегодня тоже присутствуют в нашем вебинаре. Ребята, привет! Red Tower – это компания, которая тоже занимается разработкой мобильных приложений и паблишингом. Основной трафик в их приложениях приходится на страны СНГ. Это Россия, Казахстан, Украина, Беларусь. Суммарно у приложения ребят сегодня более 20 миллионов скачиваний. И до того, как тестировать с нами с MyTarget in-app bidding, мы уже работали через медиацию IronSource, но доступен был только один формат, и это был rewarded видео. Благодаря нашему появлению в in-app bidding ребята смогли также подключить полный экран рекламы, фуллскрины. И с появлением MyTarget в IronSource в качестве бидера общая заполняемость у Red Tower, тот самый bid rate, вырос на 15%. CPM у них вырос в два раза, и ARPU вырос на 23%, а общий доход в общем и целом вырос аж на 40%. На мой взгляд, очень крутые цифры. Поэтому ребята остались очень довольны результатами и планируют подключать нас в другие приложения в дальнейшем. Итак, что же нужно сделать, чтобы добавить MyTarget в бизнес IronSource? Как уже сказала я, как сказала Мирия, в данный момент мы находимся в бете, в бета-тесте. Мы планируем выйти из него очень скоро, но пока мы улаживаем последние вопросы, сглаживаем последние неровности, вы все еще можете присоединиться к партнерам, которые уже тестят наш бидинг. Мы рады всем, мы готовы вас онбордить. Что для этого нужно сделать? Нужно написать мне, я оставлю контакты на следующем слайде, и нужно будет связаться с менеджерами IronSource, чтобы они открыли вам доступ к MyTarget в качестве бидера в Level Play. Что нужно будет делать после нашего выхода в General Access? Нужно будет, во-первых, убедиться в том, что у вас есть аккаунты и в IronSource, и в MyTarget. Нужно будет интегрировать с MyTarget Adapter с помощью Integration Manager IronSource. Нужно будет выбрать MyTarget в качестве бидера в Level Play, включить трафик и наблюдать за результатами. На этом все. На этом слайде я оставила свои контакты на всякий случай. Если у вас остались вопросы или вы хотите поучаствовать в бета-тесте, обязательно пишите. Спасибо, что пришли послушать. Спасибо IronSource за то, что пригласили выступить. Задавайте вопросы в чате вебинара или пишите мне лично. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Полина, что присоединилась к нам. Спасибо, что рассказала про MyTarget, про вашу компанию. Мы очень рады сотрудничеству с вами. Мы очень рады с вами работать. От себя добавлю, что MyTarget действительно суперсильная сетка в России, у которой суперклассные и огромное количество рекламодателей и хорошие показатели для монетизации российских паблишеров с российским трафиком. И не только с российским. Насколько я знаю, у компании есть амбиции по росту рекламодателей в других странах.
Особенно впечатляет, что вы буквально за пару месяцев работы умудрились сделать аж несколько кейсов с текущими паблишерами, которые действительно видят уже какие-то заметные цифры прироста. И здорово, что Bidding как раз-таки убирает все эти сложности с настройкой водопадов. Это не какой-то rocket science, то есть ты один раз включил, и все у тебя поехало и увеличивается. Здорово, здорово. Спасибо. Давайте тогда перейдем к следующей части. Далее у нас по программе панель, круглый виртуальный стол с замечательными гостями из наших паблишеров ZepLab Green Panda. Ольга работает в компании ZepLab. Расскажи, пожалуйста, о себе, Ольга. Привет. Всем привет. Меня зовут Оля. Я Head of Ad Monetization в ZepLab. Мы разработчик и паблишер мидкорных и казуальных игр, известные своим инновационным геймплеем и высоким качеством игр. Мы уже более 10 лет на рынке, более 15 успешных тайтлов, включая такие как Cut the Rope, King of Thieves, Cats, которая стала лучшей игрой года в Google Play Store, Bullet Echo. Ну и в целом наши игры уже собрали более 2 миллиардов установок. 2 миллиарда. Здорово. Звучит потрясающе. Спасибо. Привет, Таня. Привет. Ну, меня зовут Таня уже, как все поняли. Представлю компанию. Я работаю в Green Panda Games как Ad-Monetization Manager. Green Panda начал свой путь в 2013 году с разработки казуальных карточных игр. Потом переключились в сегмент Hyper Casual Idle, и на данный момент мы продолжаем работать в этом сегменте и уже имеем настолько хороший опыт, что начинаем производить свои игры, не только паблишить те, которые к нам приходят. Так что надеюсь, все также продолжится хорошо. Здорово, здорово. Давайте перейдем, наверное, к нашей теме выступления. Мы хотели поговорить про монетизацию, как она меняется, и про биддинг. Полина упомянула интересный, ну и Мири несколько раз упомянула, один из самых интересных моментов, что биддинг позволяет решать накопившиеся проблемы с неидеальным водопадом из сетей, который был доступен до этого. Вы можете, пожалуйста, рассказать, какие сложности у вас были, с чем вы сталкивались, и что вас, если можно так выразиться, подтолкнуло к использованию биддинга? Оля, давай начнем с тебя, наверное. Ну, подтолкнуло точно то, о чем говорили Мири и Полина, что основная часть работы Ad-Monetization Manager – это постоянная ручная настройка водопадов. И представляете, если у нас 15 тайтлов по несколько главных стран на каждый тайтл, в каждой стране свой водопад, по 5-10 инстансов на каждую сетку, сколько там работы, понятно. Поэтому любой вообще инструмент, который помог бы нам сократить или убрать эту мануальную работу, мы только за. Если еще при этом это может помочь там увеличить ARPDAU, просто супер. Но главный, наверное, толчок был или такой больший сигнал, что биддинг — это уже не просто какое-то будущее, а уже настоящее, это то, что Facebook сделал биддинг обязательным, и вот-вот уже буквально через неделю на iOS невозможно будет запустить Facebook в традиционном водопаде, он доступен только будет в биддинге, и на Android это случится тоже уже через несколько месяцев. Понятно. Спасибо. Таня, что скажешь ты? Ну да, я полностью согласна с Олей, и повторяться, наверное, не буду. Это, конечно, операционная работа, и то, что ее много с обычным традиционным ETF-ом, это понятно, и это была одна из причин. Но также мне кажется, что с обычным традиционным ETF-ом можно упускать какие-то возможности получения дохода. Я могу привести пример. То есть, например, когда есть две сетки, в обычном стандартном ETF-о вы обычно приоритизируете определенный плейсмент, определенный нетворк. Например, один нетворк готов был платить, ну, скажем, $15 за реквест, а второй нетворк, который был ниже в приоритете, был готов заплатить $16 или $17. Но из-за того, что он находится второй в приоритете, он не имел возможности, как бы, так сказать, заполнить реквест, и поэтому импрессион будет отдан первой сетке, первому нетворку, который готов был заплатить ниже CPM. То есть, получается, мы теряем $1-2 CPM, который мы бы могли получить, если бы использовали биддинг, так как это, ну, связано с честной конкуренцией, когда они параллельно
как это сказать, бит, параллельно дают свою стоимость. Угу. Да, да. Ну и также это будет с бидингом, получается, меньше задержки, меньше тайм-аута, чем в обычном ватафоле. Для нас, как hyper-casual idol паблишер, для нас это очень важно, потому что, ну, игры, вы сами понимаете, очень быстро, имеют очень быструю... Ну, сам процесс игры происходит очень быстро, поэтому реклама должна показываться очень быстро, и все реквесты должны происходить быстро. А в обычном традиционном ватафоле может быть очень много плейсментов, которые занимают очень много времени, чтобы полностью реквест прошел через весь водопад. Бидинг помогает. Понятно. Спасибо. Кстати, если говорить про огромное количество плейсментов и инстансов, у каждого паблишера, который серьезно занимался монетизацией как частью развития своего бизнеса, очень серьезно подходил к вопросу построения водопадов, и часто это были очень комплексные, очень сложные водопады на разные страны, на разные регионы, с разными сегментами и прочее, прочее. Расскажите, я думаю, это немножко такой более операционный вопрос, но я думаю, многим паблишерам, которые до сих пор вот в этой фазе с таким ручным управлением, им может быть непонятно и страшно, как переходить в эту новую эру биддинга. Расскажите, может быть, о своем опыте, как вы решились на этот процесс, как вы решились на этот переход, и что вы для этого делали, именно с точки зрения там операции, может быть, или как вы подошли к этому? Оля? Но с точки зрения технической это довольно просто, потому что в IronSource есть все необходимые инструменты для этого. Чтобы не было страшно, и вообще это правильная практика, все время все делаем через тесты. Сначала мы тестируем просто бидинг, потом, если добавляем новые сетки бидинг, каждую сетку тестируем. Поэтому страшно не должно быть. Наоборот, вы когда увидите первые результаты, будет чувство большого облегчения, что наконец-то можно сосредоточиться на каких-то более интересных тасках, чем постоянно водопады корректировать. Так что да, делаем через тесты. И я бы здесь добавила, что очень важно понимать, что мы все равно сейчас находимся в такой переходной фазе для бидинга, то есть уже понятно, что это прям будущее, будущее уже настоящее, потому что у большинства сеток основных уже либо есть решение для бидинга, либо оно находится в бете, но при этом все равно это еще довольно далеко решение до того момента, когда ты просто включил бидинг и расслабился. Поэтому нужно обязательно следить за метриками, такими как bid rate, win rate. Для этого у IronSource есть отдельный репорт. Дальше я бы рекомендовала тоже следить за продуктовыми метриками, когда вы подключаете бидинг, такие как показано пользователя, чтобы не было ситуации, когда что-то поехало, и вы это обнаружили там месяц спустя. Так что очень аккуратно, но с верой в то, что это изменит вашу жизнь к лучшему. Понятно. Таня? Очень детальный ответ Ольга предоставила, поэтому я, в принципе, совсем соглашусь, мне нечего добавить. Тестируйте все, как только запускаете, проверяйте обязательно все метрики, проверяйте данные, что они корректно отображаются, что цифры — это те, которые реально есть, а не которые случайно появились ниоткуда. Поэтому, да, просто аккуратно, шаг за шагом, и все будет нормально, нечего бояться. Понятно. Давайте поговорим о хорошем. Оля сказала про облегчение. Что бы вы выделили как основной плюс или основное преимущество, которое вы получили после перехода на бидинг? Это деньги, это время, это, может быть, еще какие-то неочевидные плюсы? Расскажите. Давай, Оля, снова с тебя. Ну, с нашей точки зрения, первое, естественно, это то, что мы выигрываем время, которое раньше мы посвящали водопадам. У нас маленькая инвестиционная команда, и теперь это время мы можем посвятить продукту, мы можем работать над новыми плейсментами, улучшать плейсменты, которые у нас сейчас, поэтому это такой опосредованный аплифт, не конкретно вот с бидинга, а то, что это время мы инвестируем в улучшение продукта с точки зрения монетизации, это приносит огромный аплифт в долгосрочной перспективе. Так что освобождение времени, и также ARPDAU повышается. Здесь я бы добавила как паблишер, что если у вас очень гранулярно настроен водопад, то не нужно ожидать каких-то супер цифр, что у вас там все на 30% поднимется, когда вы добавите бидинг. Но при этом даже на гранулярных водопадах там 5%, 3-5% у нас может быть. А если тайтлы, на которых там до которых не доходят руки, или какие-то страны, где не так гранулярно водопад настроен, то там, да, может быть до 20% аплифта. Если это раскатывается на все тайтлы, это существенный аплифт. Таня?
Ну, опять же, согласна с Олей. Каждый раз буду соглашаться, видимо. Да, это, естественно, освобождение рук от монотонной оптимизации, еженедельные водопады. Это новые какие-то возможности работы, там, кросс-топики какие-то обсуждать, типа UA или product. Иногда, если, опять же, у вас не особо гранулированный waterfall, водопад, ARPDAU растет, иногда растет также, скажем, fill rate, заполнение инвентаря, потому что биддинг может отвечать на все реквесты именно тем CPM, который, ну, сколько стоит этот определенный юзер. Вот, в принципе, наверное, это все плюсы. Наверное, что-то есть еще. Вы сами попробуйте, когда поставите биддинг себе на игры. Окей, прозвучала очень правильная, очень хорошая мысль, что нужно правильно оценивать, нужно правильно управлять своими ожиданиями от биддинга. То есть биддинг не даст увеличения там, в 10 раз выручки, особенно если вы уже серьезно подходили к вопросу монетизации и построения водопадов. То есть, как правильно сказали девушки, если у вас был достаточно такой элементарный водопад, условно, там каждая сеть запрашивается по одному разу, и в этом, собственно, весь водопад, в данном случае стоит ожидать какого-то заметного дохода, просто потому что будет сильная разница по сравнению с тем, что было и стало. Но если вы подходили к этому уже достаточно серьезно, и у вас там водопад на огромное количество плейсментов, он очень гранулярный, и вы за этим следили, постоянно их передвигали и прочее, то действительно вопрос выхлопа, ну, выручки может быть не очень существенный, вопрос скорее в экономии времени. Давайте, наверное, перейдем к вопросу. Вы несколько раз каждый сказал про ARPDAU. Как вы оцениваете, вообще, что переход на биддинг и вообще какой-то происходит успех, и вы видите положительные метрики? Какие метрики вы смотрите, что вы отслеживаете? Давай начнем с тебя, Таня, чтобы ты не соглашалась с Олей. Хорошо. ARPDAU уже сказали, поэтому это, конечно, главная метрика для нас. ARPDAU — это то, что не зависит от количества человек, от там, еще других факторов. Поэтому ARPDAU — это основная метрика. Дополнительно к ней, наверное, можно добавить inventory fill rate, который мы используем. То есть, например, скажем, реквесты, которые идут из России, мы смотрим, насколько российские реквесты, скажем, монетизируются больше, то есть сколько процентов реквестов мы на самом деле монетизируем сейчас по сравнению с тем, что было без биддинга, когда были обычные флоры. Ну и, в принципе, можно это делать и worldwide, без разницы. И третья метрика, которой еще нет на Iron Source, но она должна появиться, насколько я понимаю, это latency, то есть тайм-аут, сколько времени тратится реквесту, чтобы пройти весь waterfall и найти свой фил, наконец-таки. Вот. То есть это три главные метрики, на которые мы смотрим. Спасибо. Да, есть такой в планах, действительно. Есть в нашем roadmap'е. Оля, что бы ты добавила? Тут моя очередь соглашаться. Просто, наверное, подчеркну важность изменения вот, мышления и перехода от CPM к ARPDAU как успеха метрики, потому что для традиционного водопада метрика успеха — это CPM. А вот при переходе на биддинг это точно должен быть ARPDAU, поэтому если, допустим, тестите какую-то сетку и видите, что CPM с этой сетки ниже на биддинге, не пугайтесь, смотрите ARPDAU, потому что может быть такое, что раньше у вас стояли высокие флоры на эту сетку, она монетизировала только дорогих пользователей, а с биддингом у нее есть доступ ко всем пользователям, поэтому общий CPM может упасть, но ваш общий ARPDAU может вырасти. Прекрасные слова. Абсолютно с этим согласен. Рекомендую всем начать отслеживать ARPDAU, а не просто ECPM или fill rate, или ECPM и fill rate. Окей, мы говорим про сетку. Давайте поговорим про MyTarget. Сегодня у нас в гостях MyTarget, который присутствует на нашей медиации, и каждый из вас работает с этой сетью. Расскажите ваш опыт, как вам работается с MyTarget, и какой... Что вы видите, что вам дает эта новая сетка? Давайте с тебя, Оля, начнем. Ну, для нас MyTarget — это наш любимый партнер в России. Мы давно уже с ним сотрудничаем. Я помню, когда только мы его добавили, это как минимум 20% нам дало аплифта. Точно самая для нас сильная сетка в России. Если у вас есть много трафика, прям без этой сетки не обойтись.
Бидинг мы на какие-то уже перешли полностью на каких-то тайтлах, на каких-то еще идут тесты. В основном мы видим где-то 5-7% аплифта на данный момент. Ну, как ко всему этому все плюсы, которые мы говорили ранее, что это убирает работу с водопадами. Так что точно будем на бидинге использовать также. Огонь. Таня, что скажешь ты про опыт гринпанды? Мы тоже добавили MyTarget изначально на традиционном waterfall, на традиционном водопаде, и у нас были очень хорошие результаты. Я даже, опять же, готова согласиться, там было плюс 20% ARPDAU в российской сетке. Вот. На данный момент, так как бидинг представлен только на Iron Source, мы тестируем бидинг с MyTarget на Iron Source. Я пока результатами не готова поделиться, потому что тесты все еще идут, а IB-тест, все как положено. Поэтому как только будут какие-то результаты, в принципе, можете писать, поделимся. Окей. Да, да, наверное, надо сказать, что нужно правильно оценивать и правильно подходить к вопросу перехода на бидинг, подхода включения интеграции нового бидера. Редко бывает так, что до сходу там сразу все слетает. Нужно правильно делать АБ-тесты и правильно их интерпретировать. Это действительно, ну, не целое искусство, но как бы к этому нужно подходить со всей серьезностью. А у нас сегодня у всех прекрасная возможность поделиться своим опытом с многими разработчиками, которые нас сейчас слушают и которые, возможно, будут слушать в дальнейшем запись. Давайте воспользуемся этой возможностью. Расскажите, какие вы, может быть, дадите советы, какие-то рекомендации, исходя из вашего опыта, из вашей практики, что бы вы посоветовали для разработчиков, которые нас слушают, которые, возможно, или еще не работают с бидингом, или которые когда-то там несколько лет назад тестили, когда технология была объективно сырая, и у них получились какие-то первые не очень хорошие результаты, и теперь они в сомнениях. В общем, что бы вы им посоветовали? Таня, давай с тебя начнем. Спасибо, что я первая. Ну, если говорить о бидинге, то это, наверное, чтобы реально увидеть честную конкуренцию, нужно добавить максимальное количество участников на бидинг, чтобы им реально было с кем соревноваться, скажем так. Ну и второй момент, это, наверное, Оля уже упомянула, что CPM обычно падает, когда переключаешься на бидинг. Чтобы такого не произошло, при использовании гибридного waterfall в обычном традиционном можно добавить high CPM calls, как мы их называем, ну, высокие CPM добавить на некоторые нетворки, которые могут филить на таких высоких CPM в обычном waterfall. И посредством этого мы создаем дополнительную конкуренцию для бидеров. Вот. Это, наверное, будут два таких основных момента, которые мы используем для бидинга, чтобы реально увидеть конкуренцию и не увидеть упадка ARPDAU и CPM. Спасибо. Здорово. Оля, что ты скажешь? Да, это супер важный момент, потому что наверняка для большинства паблишеров главные сетки — это AdMob и Facebook, которые больше всего платят за показы. И AdMob пока не даст, ну, пока или не знаю, какие у них планы, но, по крайней мере, на сегодняшний день AdMob как бидер доступен только через AdMob-медиацию. Поэтому это остается сильная сетка, которая в традиционном водопаде у вас будет. И здесь важно правильно настроить флоры на AdMob или на другие сетки, которые у вас сильно перформят, у которых нет бидинга, бидинг-решения пока, чтобы они составляли конкуренцию для Facebook и других сеток. То есть, опять же, мы находимся в переходной фазе, бидинг — это здорово, но пока еще остается много работы, и об этом не надо забывать. Еще один момент, с которым вот мне очень понравилась презентация Мири по поводу настроек и рекомендаций. Единственное, со своей стороны я хотела добавить по поводу рекомендаций добавлять максимальное количество бидеров. Вот с моей точки зрения, как паблишера, у которого маленькая мультисезонная команда, мы очень аккуратно с этим, очень аккуратно к этому подходим, потому что есть сетки, которые, допустим, у нас в традиционном водопаде очень плохо перформят. И такие сетки мы вряд ли будем включать в бидинги, ну или, по крайней мере, потестируем очень аккуратно. Потому что, да, важно увеличивать конкуренцию, но при этом не надо забывать, что если у вас маленькая инвестиционная команда, каждая новая сетка — это все равно SDK, это тестирование, это потенциальные проблемы, это дальше аккаунтинг, отслеживание платежей, то есть все равно там довольно много работы. И если она вам не приносит какого-то ощутимого аплифта, то с моей точки зрения нет смысла ее добавлять. Справедливо,
справедливо. С другой стороны, не попробуешь, не узнаешь. Поэтому все нужно подходить к этому осторожно, с умом и тестами. Окей. На самом деле много уже всего обсудили. Как-то очень быстро все прошло. Может быть, вы напоследок расскажете про опыт работы с IronSource, с нашей медиацией Level Play. Как вам в целом? Какой фидбэк вы можете рассказать, чем поделиться? Таня, давай с тебя начнем. Да, в принципе, мы довольны, все очень классно происходит, очень великолепный саппорт. Если есть какие-то проблемы, даже, естественно, проблемы появляются, какие-то технические неполадки или еще что-то, все это быстро решается, обсуждается, и в итоге мы остаемся с позитивным опытом. Что очень нравится на IronSource, это то, что очень много KPI-ов доступно. То есть не нужно никакие дополнительные подключать источники анализа и так далее. Все можно увидеть на медиации. Очень удобно экспортировать данные, делать какие-то side analysis и так далее. То есть все очень удобно, все есть на медиации. И если руки растут откуда надо, то все будет отлично, и ArcDAO вырастет, и все будет замечательно, и все будет работать. Понятно. Спасибо большое за добрые слова. Рада с вами работать взаимно. Оля, расскажи, как вам Level Play и в целом? Ну, мы в целом с IronSource уже давно, более 4 лет. Мы очень довольны медиацией, прекрасные репортинги, с которыми прям не нарадуешься. А Level Play Bidding тоже, как мы обсуждали, очень легко запустить. AB-тест, буквально 2 клика. Есть репорты, по которым обслеживать работу биддинга. Всегда добавляются новые фичи, аккаунт-менеджеры всегда нам помогают, если какие-то есть проблемы. Так что в целом очень положительные у нас ощущения. Класс, класс, здорово. Окей, наверное, на этом мы можем закругляться. Наша панель подходит к концу. Спасибо вам большое, что поделились вашим опытом, фидбэком. Надеюсь, это было полезно для аудитории. Каждый что-то, может быть, подчеркнул. И, наверное, мы переходим к вопросам из зала, из аудитории. Наверное, каждый ответит по паре вопросов, и на этом мы будем закругляться. Я бы сказал, что не переживайте, запись выступления будет доступна где-то на следующей неделе. Мы вам все пришлем. И контакты, как минимум, менеджеров рекламных платформ еще раз пошарим и не стесняйтесь писать. Как Полина уже говорила и как Мири говорила, MyTarget, например, доступен в бете, но это не значит, что попасть и включить их как-то сложно. Нет, просто нужно пока с ними пообщаться, и мы с своей стороны их включим, и все будет здорово. И не стесняйтесь писать нам. Давайте, наверное, переходить к секции вопросов и ответов. Если никто не против. Мири, давай начнем с тебя. Давай. Пам-пам-пам. Сейчас я найду. Вопрос был, почему инстансы из обычного водопада нельзя использовать в тир 1, а нужно сдвигать в тир 2? Да, с точки зрения настройки, да, в водопаде. У нас, на самом деле, у нас есть 3 группы, как я показывала, да, водопада, и это как раз наша команда продукта исходила с фидбэка наших паблишеров, которые именно вот их интересовало, есть ли отдельные группы, например, для сделок, или есть какие-то позиции, которые именно, да, паблишер хочет дать конкретному каналу. И поэтому тир 1 изначально должен быть для вот таких каких-то сделок между паблишером и разными сетками. По идее, самое главное иметь все, то есть основной водопад в одной группе. Он может быть в тир 1, может быть в тир 2. Мы просто советуем, опять же, исходя из фидбэка паблишеров, оставлять тир 1 именно для вот таких конкретных сделок с сетками. Но их можно, если очень хочется, можно, конечно же, все держать и в тир 1 группе тоже. Правильно ли я понимаю, что это для договоренности не только с сетками, но, может быть, еще и для каких-то прямых продаж, для direct deals? Да, direct deals, абсолютно. То есть я имею в виду, то есть любые договоренности между паблишером, чтобы всегда у него открыта возможность использовать тир 1 именно для этого.
Но если нет такой потребности, то, понятно, держите все в одном тире. Самое главное просто оптимизировать его правильно, иметь водопад в одной группе, sort by CPM, и использовать, конечно, рейты для новых инстансов. Понял. Спасибо. И давай еще, наверное, один вопрос. Для того, чтобы провести АБ-тест, нужно ли дублировать плейсменты в нетворках, или тест будет на уровне медиации разделять трафик с двух групп на существующие плейсменты? Хороший вопрос. Я думаю, что Оля и Таня тоже упомянули этот момент. АБ-тест – очень простой инструмент. Просто одним кликом распределяется трафик. Очень просто использовать. И как тоже прекрасно упомянулось, что есть очень удобный репортинг, ARPDAU, engagement. То есть все метрики, которые важны для такого теста и, в общем, для мониторинга, для этого, конечно, все возможно и очень просто. Не стоит дублировать все плейсменты, нетворки, абсолютно нет. Прекрасно, спасибо большое. Давайте ответим на следующий вопрос. Почему те же рекламные сети готовы платить больше в биддинге, чем в Waterfall? Мне кажется, стоит ответить этот вопрос Полине, которая как раз представляет рекламную сеть. Полина, что скажешь? Спасибо, Стас, что дал слово. Да, я расскажу, почему так происходит. Кажется, я рассказала в этом презентации, как выглядит распределение запросов по сеткам, когда они находятся в водопаде. Есть большая вероятность, что сеть видит не все запросы и не весь трафик, который есть у вас в приложении. Весь трафик видит те сети, которые стоят на вершине водопада, которые обычно дают самые высокие ставки. Что происходит в случае, когда вы включаете биддинг? Когда вы включаете биддинг, все сети получают все запросы, которые есть в вашем приложении. Соответственно, виден весь трафик. Соответственно, многие сети, которые раньше стояли в вашем водопаде где-нибудь на средних или на нижних позициях, начинают видеть трафик, который они не видели ранее. И они узнают, что, оказывается, есть трафик дороже, и может оказаться так, вполне часто так оказывается, что этот трафик сетка тоже может купить по более высокой ставке, нежели она покупала раньше у вас в водопаде. Отсюда и потенциальный рост CPM. Надеюсь, я ответила на вопрос. Мне кажется, достаточно. Блестящий ответ. Спасибо. Знаменитый инди-разработчик Марат спрашивает нас. В условном эксперименте, если бы мы у одной и той же сети, поддерживающей и биддинг, и обычные флоры, запросили рекламу одновременно и так, мы ведь получили бы одну и ту же рекламу с одинаковой стоимостью. Вопрос от разработчика, я думаю, давайте разработчики ответят. Может быть, Таня? Да, спасибо за слово. Опять же, этот вопрос, если вы только что слушали Полину, он очень связан с тем, что сказала Полина, и с тем, как сети реально видят реквесты и как они на них отвечают. То есть простой пример — это, например, был отправлен реквест в обычный стандартный waterfall. И у сети стоял placement, скажем, $15. У этой сети нет другой возможности показать другой бит или заплатить другую стоимость, потому что это фикс CPM, либо плати, либо не плати, иди дальше. А в биддинге так, что ты можешь сеть видеть столько, сколько этот реквест реально стоит, и сколько этот юзер реально стоит, и сколько за него готова заплатить сеть. Скажем, $16, $14. Он может оптимизировать свой CPM и видеть столько, сколько ему нужно. И поэтому, именно поэтому тоже растет inventory fill rate, и можно более эффективно оптимизировать то, сколько реквестов ты филишь, и то, какой доход ты с них получаешь благодаря биддингу. Я не уверена, что я ответила вопрос, но надеюсь, я на него ответила. Мне кажется, ответила. Окей, спасибо большое. Давайте на пару вопросов отвечу я. Юрий спрашивает, стоит ли удалить рейд после того, как плейсмент обучился? Я бы сказал, что да. То есть как раз рейд нужен для того, чтобы, так сказать, placement, получить какую-то правильную, адекватную позицию в waterfall, но после того, как он научился, да, лучше оставить на его исторический реальный CPM вместо какого-то рейта, который вы обозначили. Тем более, что, возможно, разница между этими цифрами. Вот, надеюсь, ответил. Еще был вопрос... Согласна? Прекрасно. Спасибо. Еще вопрос. Что делать, если никто не отвечает в RunSource? Это
неправильно. Я с этим категорически не согласен. Пишите, пишите в суппорт, можете писать мне. Еще раз напишу свои контакты. Можете найти где угодно, в любой социальной сети, кроме Одноклассников, наверное. Я есть и буду рад ответить и помочь вам. Наверное, все. Уже больше часа. Час 15 где-то, наверное, час 10. Есть ли что-то, может быть, кто еще что-то хочет добавить? И мы, если нет, будем закругляться. Нет, наверное, да, наверное, вопрос Оле. Паблишер спрашивает, паблишерам тяжело влиять на биддинг только косвенно, то есть насыщая обычный водопад. Если же все сетки перейдут на биддинг, какая может быть оптимизация AdUnit, кроме как подключить как можно большее количество биддинговых сеток? И в чем разница между разными медиаторами, которые замкнут свой биддинг в себе? Оля, расскажи, пожалуйста. Ты на мьюте. Давай еще раз. Без мьюта. Простите. Да, мне кажется, это прям отличный такой финальный вопрос, закругляющий нашу дискуссию, потому что, мне кажется, мы суперинтересное время живем, что биддинг, он не просто убирает мануальную работу, но он меняет, в принципе, индустрию. Вы правы, что с точки зрения оптимизации AdUnit, если будет биддинг как Administration Manager, такую мануальную работу у нас уже больше не будет. Но при этом это нас заставляет смотреть на трафик, на наших пользователей в более глобальном смысле. То есть вы будете уже увеличивать стоимость ваших показов не через мануальную работу, а через работу с UI, через работу с продуктом. Таким образом, получается такая уравненная конкуренция, где уже выигрывает не тот, кто лучше настроил водопад, а тот, у кого пользователи более качественные и показы более качественные. А по поводу сеток и медиаций, да, разных медиаций, ну да, вот большой вопрос, допустим, с AdMob'ом, будет ли доступно AdMob Bidding на других платформах, кроме как на медиации AdMob'а. И здесь, мне кажется, нужно подождать и посмотреть, как консолидируется индустрия и куда мы, в какую сторону мы придем. Да, согласен. Поживем, увидим. События происходят очень быстро. Сетки покупаются, продаются, объединяются буквально каждый день. Я думаю, очень сложно предсказать, что будет через неделю, через две, через месяц. Поэтому поживем, увидим. Но, как, надеюсь, многие поняли, с чем согласились, что биддинг – это будущее, которое уже здесь, одной ногой, как минимум, и мы уже в нем. Здорово, согласен. Надеюсь, было полезно, надеюсь, было всем интересно. Надеюсь, каждый что-то подчеркнул. Мы планируем проводить дальше мероприятия, поэтому оставайтесь на связи, пишите нам письма, пишите в сетки, которые вы хотите, пишите в MyTarget, пишите IronSource, всем пишите. Вот, еще раз, мы пришлем запись, каждый сможет просмотреть, если что-то пропустил. И всем спасибо. Давайте, наверное, каждый попрощается, скажет спасибо всем. До свидания. Большое спасибо всем. Спасибо. Увидимся на следующем мероприятии. Договорились. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.